Итак, всем привет, ребят, с вами Flutter Green, и мы сегодня будем делать реакцию на Choose Your Wings от Агрола, или же Выбери свои крылья. Что ж, это пони-анимация, так что давайте-ка сразу начнем. Мне даже интересно, что в ней будет показано. Мы же столько уже реакции на его анимации делали. Просто не представляете. А что ты там делаешь? Оу. Аж целый сейф. Окей, я так понимаю, для Rainbow Dash она даст возможность выбрать свои крылья или же возможность летать. Оу! Отлично. Вот теперь и летай себе. Типа инструкцию не взяла, что ли? Как и что делать? Блин, такая радостная. А, аж до захода солнца будет летать. Разрядился, что ли? Да. Таки да. А вот теперь на, держи инструкции, читай. Ага. Пополнила магией, можешь опять летать. Вроде как-то по-другому выглядит или так же. Интересно, что там вообще написано? А, она решила... Там, значит, можно, да, полностью менять крылья, как они выглядят и так далее. Но мне кажется, она их переклассает сейчас. Да, она слишком переклассила. Ну вот и все, не можешь теперь поменять крылья. Молодец. Ну блин, Rainbow, она же ж не сможет постоянно тебе пополнять эту тему магии и так далее. Надо же тоже как-то экономнее себя вести, что ли. Очень быстро, значит, стало. Ну да, у нее в принципе... А, да. Несмотря на то, что быстрой стала, она все равно как-то
это не пролезет с ними. Отлично. Она вообще-то на свидание, а ты пытаешься вроде не... не мешать, а по итогу все равно мешает свиданию. Да ёкаламане. Мне чё-то кажется, что она ее достанет таким образом, и это просто сломает этот амулет и все. Она даст типа возможность Пинки Пай полетать. Найс, найс, неплохо. Он какой-то вообще побитый, поломанный, что ли. Она его так спокойно бросает теперь. Чё-то мне кажется, что он сам разрушится, она этого и не заметит по итогу. Да, да, так я и думал. Она его тупо сломала. Вот так-то. Ну вот зачем шорхать было этот амулет и так далее? Она, мне кажется, что она его ей не отдаст теперь. О, о, отлично. Теперь крылья в порядке. Только знаете, что-то мне подсказывает, что она сейчас куда-то еще шуранет. И по итогу ей опять понадобится этот амулет. О, да. Окей. А, она теперь решила помочь с делами Starlight. Это будет ли... А, ну, чаёчек, чаёчек, неплохо. Хотя я думал, она сама будет вместо Rainbow Dash летать за окном. Но, что я могу сказать? Миленькая, простенькая, неплохая анимация. Мне нравятся такие анимации, и в особенности мне нравится, что вообще издает Агрол. Я же, как и говорю, мы очень много делали реакций на него. Как быть принцессой, Change Your Reality точно делали, Let's Switch Buddies, то есть реально очень много анимаций мы по нему делали, делали реакции, и этот канал существует, между прочим, как мой. Ну, моему каналу, конечно, 6 лет, а его каналу 7 лет, но то такое. Так что, в принципе, пишите в комментах, хотите ли вы еще каких-нибудь реакций на его анимации. Может быть, я сделаю на все реакции на все анимации, которые у него вообще есть на канале. И надеюсь, что это вам тоже понравится. Что ж, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Flutter Green. Всем удачи и всем пока-пока.